В Северском районе идет подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Особое внимание уделяется жителям других регионов, желающим принимать в нем участие, но на период голосования находящимся на территории муниципалитета. Все они могут обратиться с заявлением в Центральную избирательную комиссию с 16 по 21 июня и получить на это разрешение. При себе обязательно иметь паспорт. Режим работы участковых избирательных комиссий на территории Северского района в будние дни с 16 до 20.00, в выходные с 10 до 14 часов. Также заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию и через единый портал госуслуг, также до 14.00 21 июня 2020 года. Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля включительно. Большое внимание на избирательных участках уделят санитарной безопасности. На избирательных участках предусмотрены все безопасные условия для участников голосования, проводится дезинфекция в помещениях, члены участковых избирательных комиссий работают в средствах индивидуальной защиты, в масках, в перчатках. С 16 июня принимаются и заявки о голосовании вне помещения. Для этого необходимо обратиться в территориальную избирательную комиссию.